Доставка продовольствия в населенные пункты округа, убойная кампания и ситуация в СПК Калгуевске. Эти темы стали основными на еженедельной планерке губернатора. После субботней поездки делегации на Калгуев глава региона дал важные поручения по решению проблем в поселке Бугрино. Так, Заполярному району предстоит разработать карту действий по ситуации со школой-садом. Напомню, из-за несданного в строке объекта дети с воспитателями вынуждены находиться в аварийном здании. Капитальный ремонт ввиду новостроя был не предусмотрен. Теперь же придется спасаться с помощью него. В ближайшее время главе поселения необходимо составить список жителей, которые хотят переобучиться на другую профессию с целью дальнейшего трудоустройства. Руководству СПК Калгуевский также дан ряд поручений. Первая будет рекомендация председателя Республики Калгуевский, Сергей. Значит, создать рабочую группу с участием членов кооператива, провести структурный просчет поголовья оленевого стада, изучить информацию о состоянии оленей их пастбищ на территории острова Калгуев, их пригодность для выпаса оленей, разработать предложение по выводу предприятий из кризиса. Также шел разговор о возможности увеличения количества заготовленного мяса. По словам начальника управления агропромышленного комплекса и торговли НАО Сергея Киселева, в рамках убойной кампании планируется заготовить больше 1000 тонн оленины. Большая часть мяса, почти 950 тонн, уйдет на мясокомбинат. Еще около 120 тонн будут заготовлены для внутреннего потребления в населенных пунктах. При этом хозяйства никаких проблем со сбытом пока не испытывают. Поэтому не исключено, что количество заготовленного мяса можно будет увеличить.